этого не было в выводе звука. Я включил этот стрим, потому что звук появился. Проблема была не в выводе, проблема была в том, что... заметил, что звук самой игры, да, не в самой игре, точнее, серьезно, вот у меня именно сейчас решила зависнуть эта панелька. Ты прям серьезно, да? Ты именно сейчас ты решил зависнуть. Офигенно, у меня зависла панелька чата. Ладно, давай откроем. Белым стало. Не, она просто не переключается. Типа она... Как правильно сказать? Она не меняется направленно, когда я переключаюсь. Я учусь стрелять. Плевать. Этот чел такой круто, ты как-то в том месте оказалась. Это так забавно. Не знаю. Сейчас я выключу. The happy house. Ой, он в втором месте реально. Перезагрузить я. Забавно, забавно. Почти MVP. Да. Спасибо. Пойдем еще? Ладно. Короче, да, вот такая проблемка была, давай. Что... Я полагаю, что это из-за того, что у меня всю память сожрала в кэш файловой системы и просто уже пошли по ошибкам. А, блин, я не очень не люблю этот режим, честно. Да я в основном люблю команды выносливости, либо без ранг, но без ранг просто долго сейчас. Я говорю, я зашла сейчас ежедневно сделать, поэтому я сегодня только в команды выносливости. Ого, они переделали систему ремонта. То есть теперь есть урон определенных запчастей, которые потом со временем требуется... Износами, что ли? С износом, да. То есть у тебя появляется после починки все равно износ компонентов. Ну, неплохо, механика. Рекомендованное обслуживание, это что у нас? Рекомендованное обслуживание? А, на самом деле, типа, где заменить, а где починить. Все, в принципе, починить. Неплохо. Еще полчасика, и я все. Ну, типа, три катки, это примерно полчасика, и я ну, все. Ну, только в сюжетку хаткаю. Еще один выпуск подкаста про кукурузу. Это то, что нам надо. It is an honor to meet everyone. Еще, кстати говоря, по поводу... Are you also a member of the family on Penacony, like him? Какие-то грузовики уже поддержаны. Наверное, скорее всего, тут как раз с повреждением и износом. Ты без ранг решил? Ого. Ну, главное, чтобы это было комфортно, вот и все. Печально. Привет. А то помню, когда локализовывали на Россию, короче, Point Blank игру. Как так вышло? Они боже, накосячили прям очень Point сильно. Blank, не надо Point Blank. Они, короче, настолько сильно накосячили с локальными ценами, что в итоге износ оружия был почти в два раза больше по цене, чем починка. Че, нет, как цена починки за износ за один бой был в два раза больше, чем за этот бой можно было вынести. Да, за сову снова я снова. А чё, я все эти развёз? Нет заказов на ивентовые грузы. Там нету, полистай, может, там вот есть же поиск. Они у тебя, видишь, отсортированы. Просто, может, они он рядом. Видишь, не... в радио, он в радиусе чекает. Ну, я говорю, скорее всего, поищи не по цене расстояния, а в целом вверху поиск. Знаешь, нет, напиши. Оно, видишь, вот видишь на карте кружок, это то, что в радиусе, где я могу забрать груз. А все, что связано с ивентом, оно, увы, к сожалению, отсутствует. Ну, так погугли, может, оно просто в разных локациях. Поеду сейчас в Нюрнберг и как раз там выгружусь и заберу уже. А, ну ты хочешь эффективно, типа, да? Ладно. Ну, типа 31 с такой плохой войны. Боже, я так смеюсь. Мы зашли, короче, в катку без ранг, что-то говорим. И чел такой, женщина! Мне кажется, это... Да, господи, это целый мем. Успокойся. Так, ладно, семья. Я не знаю.
truth be told, I am a guest like everyone. Penaconia is my hometown, but I left when I was older. I was graciously invited this time to return and sing a song at the Charmany Festival. The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Penaconi. He is also the organizer of this era's Charmany Festival. He heard you all ran into some difficulties, and sent me here to provide aid. Alas, I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. Please, be at ease. I have instructed Miss Alley to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Please wait a moment for the hotel to arrange for suitable accommodation. Нифига себе, у нас так платиновый день. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express and wish for an amicable partnership moving forward. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please, rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems during your visit in Penaconi. I apologize for taking up everyone's precious time, and we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Penaconi, the family stands ready to serve. May your dreams be beautiful and pleasant. Oh, it's just one surprise after another. But since that Mr. Which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? How does the saying go? Trouble comes in pairs? There's also the saying, from misfortune comes bliss. Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Alley. Нет, что-то херня, груз. Надо попробую взять. Не? Блин, где я потерялся в этих хватках? Ты вообще не ту грузу хочешь сказать без? Да, я хочу другой груз взять. Ой-ой-ой, тихо-тихо, назад. Давай свинился или что-нибудь. А тут вообще нечего особо забирать. О-о-о! Он еще хуже стал. Кто? Звук? Не, он, короче, как-то совсем через жопу стал отображаться. Он вообще, ну... А, все ясно, он из-за того, что он прогрузился, он подхватывает просто другую, а кнопки перезагрузить нету. Весело. I wonder if I can be a different gender in the dreamscape. Memories seem to be different again. What needs global grooves? Okay. Блин. Чё-то всё сломалось у меня. О, всё прям совсем сломалось. Мне надо перезапустить ОБС, это пипец.